Вот мы приехали на первую платформу. Горные вершины вокруг. Внизу поселок Домбай. Орел летает, добычу ищет. Вот гора, похожая на лежащую девушку, у кого есть воображение. И другие вершины в округе. Нам только что про них рассказали. Но все названия не русские, поэтому я ничего не запомнил. Второй этап канатки. Ну а что с ним делать? Как вопрос? Вообще говорю. Вся красота правда. Вот 4 метра. Если давай сюда дальше приходишь. Поднялись на какую-то смотровую площадку. Какая-то гора. Вон Оля дотащилась наверх. А вон какое-то озеро внизу. Это вот река Теберда. Тибердинское ущелье. Снег лежит. Но это мы еще не поднялись на самый верх. Сейчас поедем еще вон туда. И еще оттуда полюбуемся местными красотами. Забрались наверх, на самый верх. Смотрим на место красоты. Вот эта гора Домбай с какой-то приставкой. Не помню, с какой. В снегу хочешь покупаться? А?
не поленился. Вон аж куда забрался. Сейчас пойдем посетим еще и смотровую площадку. Голова кружится? Да, есть такое. От свежего воздуха? От высоты. Одна полина. А можно так, может, так же не сказать? Я даже не могу сказать, что... Ты просто стало хорошо, а не... Спускаемся с верхней точки. Сейчас вот где-то в этом районе, в кафе Эдельвейс, покушаем местной кухни какие-нибудь хичины. И дальше у нас еще у нас будет остановка возле какой-то речки горной. Все, дорога остановилась. Вот тут мы будем висеть теперь до самого вечера. А какаешь? Сейчас будем канаты спускаться. Канатами. На Ай-5 три сутки ждали, перед этим канатами спускались. Да, потом ждали. Нет, это просто у них обеденный перерыв на часик. Привет! Очередная остановка возле бурной горной реки в Тибердинском заповеднике. Не помню, как называется речка, но она как раз таки впадает в Тиберду. Где-то там. Оля жует, дожевывает чурчхелу. Огромные ели. Что самое характерное, не сосны. Ну и, конечно же, впечатляет сама река. Взяли с собой пустые бутылочки. Экскурсовод говорит, что вода здесь чистейшая. Можно ее пить. Но я, наверное, не рискнул. Поэтому не будем мы набирать бутылочку.
Не шутка, давай, не шутка. Лапка, давай, давай. Сейчас прожует. Пока не давай. Так, сейчас сделаю, сейчас сделаю. Ну что, красавчик. Не надо говорить. Красавчик. Здорово. Давай. Ух ты! Я не умею так кидать. Не, мы с ним просто много лет бросали. Уже это сама отработана. Немножко не даю. Он капусту не ест, он не ест. Ну, Мудынов четко закормился. С болячкой. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что, ему не кидают? У него даже есть дупло. Даже два. А, даже нет. Как Пугачева вышел, Чак? Чак Норрис. Ужас. Знаешь, сразу такие отрицательные герои из мультиков всяких. Пап, а ты видел у шакала детки есть? Видел? Питаются как свиньи.